По состоянию на 5 часов утра в учреждение здравоохранения за помощью обратились более 100 человек. Об этом сообщили в Минздраве. По данным ведомства, из них 3 летальных случая, 1 амбулаторно, остальные пострадавшие госпитализированы с различными травмами в больнице. Также 37 человек отправлены в столицу. На данный момент ситуация сложная и нет возможности оказывать медпомощь пострадавшим на месте. Об этом заявил глава ЦСМ области Арзыбек Борубеков. Также он рассказал, что пострадавших граждан военные вывозят с помощью тяжелой техники. На данный момент число погибших и пострадавших уточняется. Медики работают в усиленном режиме. Работы по оказанию медицинской помощи ведутся, однако из-за того, что вчера наш транспорт сломали, мы вынуждены оставлять машины за 5-6 километров от места конфликтов. Раненых граждан военные вывозят на тяжелой технике к нам. Из-за того, что мест в больницах не хватает, мы некоторых раненых отправляем в больницы городов Кадамджа и Кызылки. Необходимых материалов достаточно, министр также находится здесь.